есть и соединиться в нем. Если кратко сказать, так, чтобы более-менее было понятно, сахаджа-йога – это, так скажем, вторая, новая жизнь. И основная стала жизнь, потому что до этого было, так скажем, бледное существование. А в настоящее время это такое всеобъемлющее, такое хорошее, жизнь без проблем, жизнь радости, жизнь, ну, так просто не скажешь, это такое всеобъемлющее, такое все мощное, красивое, хорошее. Хаджа-йога мне дает мир, покой в душе, удовлетворение, также радость. А что для вас вообще сахаджа-йога? Вообще это моя семья. Сахаджа-йога – это очень трудно сказать, потому что это для меня все. То есть это неотъемлемая часть меня самой. Без преувеличения – это главное дело моей жизни. Все остальное – это дополнение. То есть сахаджа-йога – это моя жизнь. Образ жизни. Что это, в общем, сахаджа-йога – это образ жизни. Сахаджа-йога, она меняет жизнь кардинально. Что каждому человеку это нужно. Каждому человеку. Ну и обязательно кундалини. Но мне кажется, что сахаджа-йога – это просто революция, которая происходит внутри человека. Собственно, внутренним и внешним может быть представлением. Это раскрытие красоты человеческой, наблюдение этой красоты у других и возможность, ну, то, что я хотела всю жизнь, это возлюбить Бога. Это чувствовать Бога больше всего на свете, как самое родное существо, как что-то необыкновенное, которое пришло к нам как величайшее благословение. Сахаджа-йога для меня – это жизнь, потому что все аспекты сахаджа-йоги помогают мне каждый день, каждую минуту и каждую секунду. Безусловно, это спокойствие, радость, удовлетворение. И самое главное, что есть цель, ради чего мы все живем. Сахаджа-йога – это образ жизни, во-первых. Сахаджа-йога – это духовная жизнь, которая заполняет все. Все паузы в жизни, которые есть, вот она заполняет. Сахаджа-йога – это моя жизнь фактически. Сейчас у меня, я даже в памяти не связываю ничего, что было до сахаджа-йоги. Я уже больше 10 лет занимаюсь йогой. Вот. И фактически я как бы живу, у меня семья, все занимаются сахаджа-йогой. У меня родители очень лояльно к этому относятся. Если сначала они были немножко как бы штыки воспринимали, напряженно, то сейчас они даже поощряют это занятие. Сами не занимаются, но очень поощряют. Это целая жизнь. То есть это целый пласт науки, духовности. Это очень большой аспект. Сахаджа-йога – решение всех проблем. Это радость, удовлетворенность, спокойствие, ну и многое-многое другое, любовь. Ну, во-первых, я искатель. Я искала честность, справедливость, искала истину. В сахаджа-йоге я получила ответы на все вопросы. Сахаджа-йога – это стиль жизни, это состояние спонтанной связи с божественностью. Словами описать сложные эти вещи. Сахаджа-йога – это жизнь, это радость, это любовь. Наверное, без сахаджа-йоги я бы, наверное, не смогла состояться учителем. Сахаджа-йога – это для вас путь к истине, так? Значит, избавление от всех сомнений. Пеши. Сахаджа-йога – это как… Это то, без чего на данный момент не представляю свою жизнь. Это то необходимое, та необходимая составляющая жизни, которая вносит гармонию. В принципе, для меня это так же неотъемлемо, как и дышать.
А изначально для меня сахаджи-йога была ключиком к самой себе, для того, чтобы познать себя, лучше понять себя, что я из себя представляю. Это было очень интересно. Сахаджи-йога в первую очередь это поиск самого себя, поиск истины в самом себе. Ой, это очень простой вопрос. Я занимался 15 лет хатха-йогой, стоял на голове и прочее, но у меня начался остеохондроз, и где-то годика два я ничего не мог с ним сделать. Со всеми остальными болезнями хатха-йога расправилась, ушли они. А вот с остеохондрозом не могла. И тут, наконец, мне дали самореализацию доктор Рай из Индии. И в 89-м году я сказал, вот медитируй так по 15 минут, и через неделю у меня исчез остеохондроз. Я понял, что сахаджи-йога круче, чем хатха-йога. Основа радости, основа жизни. Как помедитируешь, так и живешь этот день. Твоя любовь приходит раньше на работу. Обнимает всех детей, усаживает всех хулиганов. Так, этих хороших поближе. Сегодня будет происходить так, как сначала это происходит в твоей душе. И ты уже способен выйти из всех сложных ситуаций, из всех, скажем, подвохов этой жизни, если у тебя на то есть энергия. Стараемся, чтобы было. Сахаджи-йога для меня это все. Скажите, вот ваши друзья замечают какие-то изменения в вас? То есть, или заметили с тех пор, как вы пришли в сахаджи-йогу? Знаете, друзья, у меня очень много друзей, очень много учеников. И получается, что они постоянно приходят, что-то получают и уходят на свою орбиту. И когда мы встречаемся, либо мы изменяемся вместе, либо те люди, которым интересны были вещи, которые мне были интересны, скажем, 20 лет назад, они просто не встречаются. Получается, что этот взлет идет, опять же, вместе. Удивляются ли люди? Нет, привыкли. Привыкли? Да. Они уже нормально воспринимают. Спасибо. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь йогой? Счастливых 17 лет. Счастливых 17 лет. Нам очень приятно это слышать. Спасибо большое. Не пошло? Да. Нет, ну давайте сейчас, я серьезно говорю. Именно сейчас. То есть я вообще, у меня даже не одной мысли. Это хорошо, должна быть спонтанность. Иначе будет, нет, ну, будет наигранность. Вопрос задавать, да? Да. Значит, первый вопрос. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и с какого города? Подожди. Я пока расскажу тебе вопрос. Готово? Надо причесаться. Да вы уже нормально причесаны. Да все нормально, все. Не переживайте. Это же не меня показывает, да. Это показывает сахаджи-йога. Отлично, все, не переживайте. Сейчас, рукавчики. А вас видно будет только лицо. Они будут чувствовать все. Хорошо. Серьезное дело, нужно быть очень серьезным. Камеру. Можно на меня посмотреть. Хорошо, вот когда отвечаешь. Уже легче. Хорошо. Еще никаких подделок нет, просто подложим. Итак, готовы, да? Главное, вы еще не пришли. Да. Я понял. Это как бы занимаюсь. Ага, очень хорошо. То есть вы занимаетесь сахаджи-йогой год. Я понял. Спасибо большое. Сколько лет вы занимаетесь сахаджи-йогой? Сахаджи-йогой недавно. Лет 16. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое. Сколько лет вы занимаетесь сахаджи-йогой? Очень много. Спасибо. Кесари нандан. Теджи
प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुनी अति चातुर как вас зовут? Попроще. Какое? Видел или нет? Как вас зовут?